Константин Симонов. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Если Бог даст своим могуществом, после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он: выбирай? Мне не надо в раю тоскующий, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветренную, колючую, хоть ненадолго да мою, ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если б было мысленно, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собою бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня.